Всем привет! Долго не выходил в эфир, потому что было невозможно снимать. Ветер сначала был отсюда, с этой стороны, а сейчас он у нас юго-западный. И с этой стороны я работаю дома. Значит, обрезаю вот таким образом балки, чтобы они совпадали с стропилами. Потом кусочки не выбрасываем, потому что можно их вот таким образом поставить, и будет дополнительное крепление. То есть потом дожмем еще чем-нибудь, или скобами вертикально пробить, или еще чем-либо. То есть все кусочки оставляются. Так, что у нас еще? Укрепил стропила между собой, так как ветер, и крыша может улететь. А так не улетит она. Ну, если улетит, то низенько-низенько. Так, чуть-чуть недалеко. С этой стороны я закончил, кроме вот этих вот трех стропил, потому что они идут на балкон. И там не к чему пока прикрепить вторую половину. С этой стороны, ну, если ветер чуть утих. Сейчас ветер. Нет, ветер не утих. Здесь мне осталось тоже три штучки. То есть все закончил, кроме вот трех. Нитка колыхается очень сильно. И невозможно поймать уровень. Поэтому эта сторона у меня сегодня провалена. Занимаюсь как бы в основном ерундой. Конечно, жаль, но ничего не поделаешь. Остается выровнять вверху еще по одной нитке верхние стропила, но там уже ничего не выпиливая. Там элементарно натягиваем между двумя крайними стропилами с двух разных сторон дома и по нитке выставляем. Это дело, ну, там пару часов. Затем будем кидать обрешетку. Купил вчера себе прожектор 500-ваттный, потому что у нас не продают пока что-то светодиодных. Ехал-то за светодиодным, чтобы поменьше хавал и побольше их поставить. Пришлось купить такой. 160 рублей стоит он, 200 рублей кабель. И вилка. Рублей в 400 все обошлось. Ну, и будем продолжать. Несмотря на то, что сейчас стемнеет очень рано. Часов, наверное, в 7 уже темнеет. Включу прожектор и буду работать. Стягиваю внизу шурупами. Накупил шурупов я желтых. Нашел в одном магазине. И заодно биту к ним, потому что для желтых шурупов биты нужны другие. Ну, тут пока без изменений. Жена насадила всякого рода саженцев. Сейчас, что у нас, октябрь, время сажать всякие отростки, черенки. Она ходит по городу с секатором в сумочке уже дамской. Где-нибудь что-нибудь чикает. Народ приехал, видимо, уже больше 5 часов. Но сегодня пасмурно очень сильно. И очень сильный ветер, прямо сильный. Ну, на сегодня это все. Пока.